Представляем вашему вниманию рассказ о съемках фильма «Криш». Вы увидите. Рождение Криша. Комиксы на основе фильма. Потерянные страницы. Специальная версия. Ракеш Рошан, еще в фильме «Ты не одинок» я рассказывал, как Джаду подарил Рохиту необычные способности. Так почему бы мне не продолжить, не рассказать, что было дальше? Это и было отправной точкой. Ритик Рошан, на самом деле фильм «Ты не одинок» открыл для нас новую страницу. Это был отход от обыденности, от рутины. После него удивить, потрясти могло только нечто еще более масштабное и интересно. Я видел фильм «Герой», трюки, для которого ставил Тони Чинг, и решил, что если кто-то и должен работать над трюками в моей картине, то это он. И я решил с ним связаться. Тони Чинг. Мистер Рошан пересказал ему сценарий, и он нашел его чрезвычайно интересным. Тони сказал, ваш сын прекрасный актер, но он должен приехать на тренировки. А я ответил, он будет рад, потому что всегда хотел сыграть роль, для которой ему надо было бы много тренироваться. Тренировки. В Гонконге, в одном из спортивных центров, я брал уроки ушу. Это один из видов восточных единоборств. Это было важной частью подготовки к съемкам. Ритику надо было отработать различные движения для фильма. Тренировки проходили в Гонконге и Шанхае. Для съемок нужно было набрать определенную форму. Тренировки были довольно разнообразными. В частности, они включали в себя поединки на палках. Завтра не наступит. Ты видел фильм «Рокки»? Ах, да. Я по ночам спать не могу. Все болит, на мне живого места не осталось. Ладно. Быстро. Быстро. Ритик оправдывает наши ожидания. Он очень сообразительный и быстро учится. И хотя раньше он ничем подобным не занимался, многое у него просто отлично получается. Мы очень им довольны.
Здорово. Это было здорово. Спасибо. Съемочная группа в Манале. Мы начали снимать там в феврале и продолжили в марте. Все было в снегу. А я сказал членам группы, что нам нужна будет зелень, когда снег растает. И она у нас появилась. Поэтому дом и выглядит так красиво. Он стоит на отшибе. Его окружают горы и зеленые луга. Героиня Рекхи знакома зрителям по фильму «Ты не одинок». В этой картине тоже ее персонаж был нужен. Я сказал Рекхи, буду продолжать съемки, только если вы согласитесь играть бабушку. Приготовились? Сцена первая, дубль первый. Мотор. Вот так просто. Как так? С неба. Да. Приянка работает просто замечательно. Схватывает самую суть. Она из тех актрис, которые воспринимают фильм как единое целое и каждую сцену стремятся довести до совершенства. Она очень талантливая девочка и отлично потрудилась на съемках. Прекрасно передала характер своей героини. Она красивая женщина, а как актриса отлично умеет импровизировать. Меня она много раз вдохновляла на импровизацию. А еще Приянка очень веселая и постоянно что-то придумывала. Скучать с ней не приходилось. Приянка Чопра. Мне очень понравилось в Манале. Я отлично провела там время. Манале очень красивое местечко. Просто райский уголок. Музыка в горах. Раджеш Рошан, в горах? В горах музыка звучит не так, как обычно, а как-то по-особенному. Моя любимая песня «Втихомолку», она очень трогательная, и сняли мы ее соответствующе. Когда мы приехали на место, где надо было снимать, там шел сильный снег, и мы стали ждать. Ждали около получаса, а потом решили, пусть будет снег. Ракеш Джи сказал, ладно, давайте снимать под снегом. И мы стали снимать. Вот так и вот так, а потом так. Сюда и вот сюда. Придет, не придет. Снимаем. Раз, два, три, четыре. Мотор. Раз, два, три. Стоп. В этот раз я не очень хорошо упала. В следующий раз упаду лучше. Оператор держит камеру и сверху снимает, как Приянка падает. Стоп! Меня сбросили со скалы. Это было просто здорово. Кришна. От рождения у него был дар.
У Рохита и Ниши из фильма «Ты не одинок» есть сын. Его зовут Кришна. От отца он унаследовал особый дар. Он был не такой, как все, как и его отец. Хотя он с рождения обладает всеми этими фантастическими способностями, он о них даже не догадывается. Он наивный мальчик, незнакомый с темной стороной жизни. Так что он просто развлекается. И когда он бежит на перегонки с лошадью, это тоже развлечение. Он способен обогнать лошадь, пересечь бурную реку, взобраться на высокое дерево. И ему все это нравится. Это его жизнь. Ему нелегко дается каждая сцена, потому что для этого фильма он стремится создать что-то новое. Он старается, чтобы эпизоды были не похожи один на другой. А это непросто. Брызги разлетаются, да? Отлично! Вот это хорошо получилось. Добро пожаловать в Сингапур. Поехали. Раз, два, три. Никто, кроме тебя. Отличная песня, одна из лучших в фильме. С этой песней получилось так. Сначала появилась мелодия. В ней были отчетливо слышны индийские мотивы. Ракешу Джи собирался снимать эпизод с этой песней в Сингапуре, так что мелодия не подходила. Но Ритик сказал, нет, мелодия отличная. Папа, надо ее использовать. Ну, мы и решили ее использовать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.